Тикетленд рекомендует. Продолжаю советовать вам лучшие московские спектакли, на которые вы легко можете найти и купить билеты на сайте ticketland.ru. Сегодня это новый хит театра Вахтангова. Музыкальный спектакль «Питер Пен». Этого Питера Пэна полностью отдали на откуп молодым. Спектакль поставили на новой сцене театра, экспериментальной площадке, которую задумали специально как пространство для реализации вот таких свежих идей начинающих режиссеров и актеров. За эту постановку, например, отвечают студенты 4-го курса Щукинского училища. Для многих это дебют. Потому банальной доброй детской сказки не ждите. Хотя, конечно, в первую очередь спектакль все-таки действительно детский, Питер Пэн все-таки, каких сейчас в театрах вообще не так много ставят, но ждут и взрослых. И все под песни и пляски, игры и развлечения. На сцене звучат композиции Queen, Beatles, Аукциона. При этом, конечно, еще и интерактив, есть контакт со зрителем. Режиссер говорит, что их задача разбудить фантазию ребенка, заставить его включиться в ситуацию, чтобы нашим маленьким зрителям хотелось дома доиграть, что-то додумать. Фантазия гарантированно зарегается у всех, главное, лишь бы не слишком сильно. Ну, история это про безумное детство, которое возможно прямо здесь и сейчас, даже в наше тяжелое время. Главное настроение и хорошая компания. Все это на Питере Пене обеспечено. Приходите в Вахтанговский театр. Итак, Питер Пен, новая сцена театра Вахтангова. Билеты ищите на сайте ticketland.ru. На этом у меня все. Пока. Билеты ищите на ticketland.ru.